Богдан и Лиза! Это я! Сам Дерьмиор Великолепный! Вновь явился прямо из ада, чтобы поздравить вас с настоящим металлическим праздником, событием в жизни двух металлистов. Мало кто знает, но среди металлистов год со дня свадьбы называется коричневая свадьба. Эту традицию я придумал только что. Поздравляю вас, смертные. Желаю вам невероятных успехов во всех ваших начинаниях. А если вдруг на пути будет какой-нибудь негодяй, пусть вы встанете, возьмете орла, улетите и окропите его желтым дождем. И пусть в ваших бокалах, граалях всегда будет только ледяное, чистое, светлое, как металл, пиво, освежающее, а не то, что туда засовывают приспешники князя тьмы. Пусть ночной петух никогда не беспокоит ваши сны. И желаю, чтобы вы наконец обзавелись металлическим цербером, о котором так мечтаете. Надеюсь, у него будут зубы, клыки и рога. Но самое важное, смертное, делаете ли вы работу руками или мозгами? Хотите ли вы миллионов денег смертных ваших или просто жить обычной жизнью? Самое важное лишь одно, чтобы ваш чудесный брак хранил величественный, невероятный, божественный, зловещий, демонический, коричневый металл! С годовщиной, смертные! И до встречи здесь, у меня в гостях!